Аристотель, живший более 2000 лет тому назад, хотел наглядно увидеть, как же возникает жизнь. В поисках ответа он вскрывал оплодотворенные куриные яйца на разных стадиях развития. В трехдневном курином яйце ему удалось разглядеть крошечное красное сердце, бьющееся внутри желтка. Разбив скорлупу недельного яйца, он увидел крохотное создание с большущими глазами. Чем позже он вскрывал яйцо, тем больше существо внутри него напоминало цыпленка. Он сразу же сделал вывод, что и у людей все должно происходить точно так же. Спустя тысячелетия наши познания о зарождении человека значительно продвинулись вперед. И сегодня мы кратко рассмотрим любопытные факты о вас до момента вашего появления на свет. Первое. Яйцеклетки, в которые пробрались одновременно два сперматозоида, предписан смертный приговор. Второе. В матке плод большую часть времени спит. Из-за низкого уровня кислорода и успокаивающих веществ плаценты он бодрствует не более 10% всего времени. В остальное время у него чередуется фаза спокойного и активного сна. Третье. У матери в анализе крови не одно десятилетие после родов остаются клетки ДНК ее детей. Четвертое. На третьей неделе вы представляете собой трехслойный сэндвич из клеток, которые постепенно образуются в кожу, волосы, глаза, нервы. Пятое. Мозг начинает формироваться первым, но закончен он будет в самую последнюю очередь. Шестое. Сперматозоид несет в себе неповторимый набор хромосом, поэтому выиграй гонку другой, и вы бы никогда не появились на свет. Седьмое. Собственно, именно яичники оперативно сообщают организму, что эмбрион должен стать мальчиком. Но если клетки не услышат этот сигнал, то он станет девочкой. Восьмое. Многочисленные исследования показали, что плод запоминает те вкусы, которые пробовал, пока находился в материнской утробе. Девятое. Зрение в момент рождения – наименее развитая функция из всех остальных. Сначала мы до такой степени близоруки, что не можем сфокусироваться ни на чем, что находится на дистанции больше 10 сантиметров. Мало-помалу зрение будет совершенствоваться, однако пройдет не один год, прежде чем оно сформируется на 100%.